Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Дмитрия с ником Серв3. И у нас сегодня коллекционер героев, аккаунт абсолютно бездонатный, накопленных 117 тысяч самоцветов. Ролим до последнего, пока не соберется фуловый коллекционер. У нас надежда собрать, получить фобу. Окей. 77-91. Нету зефирки, фобоса, понятно. Некрос, вольт, макдуха, трифит. Трифит, оккультист, землеройка. Ну, неплохо, я вам скажу. Сегодня такие жесткие аккаунты на роллингах, бездонатные. Так, окей, хорошо. Находится он в гильдии Синдрия. Думаю, видели не один раз эту гильдию. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места битвы гильдии. Атака фортов, вступление в гильдию строго с наличием WhatsApp. В общем, вот так вот. Кидайте, кто играет на русском сервере. А мы поехали посмотрим, что у нас интересного есть на аккаунте. Так как это бездонатный аккаунт. Но я смотрю, героев здесь хватает. Сила не раздутая, то есть силы не так уж и много. Так, теперь нам осталось найти алтарь. На каждом аккаунте это... Так, вот здесь он. Смотрим. Нифига себе. Нифига себе. Нифига себе. Нормас пойдет. Блин, классные герои, я вам скажу. 11 скиллы. Что я могу вам сказать? А ну, мне интересно, есть ремка? Да, есть. На вороже, на лазуле 5-я, здесь 7-я. Блин, хороший. Хороший аккаунт. Так, дерево. Вообще топчик. Я могу вам сказать. Ну, реально хороший, крутой аккаунт. Что еще надо? Бездонатный. Ну, конечно же, надо ремок. Еще одна фрея с пактом. Да, прикольненько. Прикольненько. Дмитрий просит побольше рейдов. Окей. Сделаем тебе побольше рейдов. Каждых 10 тысяч уходим в рейд. Я надеюсь, мы выбьем здесь фобу. Очень хотелось бы это получить. Потому что космо есть, лазуля есть. Но надо оккультист, надо фоба. Поехали, ребятушки. 450, сразу падает нам ведьма. Так, Бигфут. Рандомчик, не подведи. Просто не подведи. Это бездонатный аккаунт. Здесь надо топовые герои. Конечно, они уже здесь есть. Бульдозер. Но вы знаете, вот есть такая какая-то чуйка, что вот... будет сейчас назло хранитель. Седнушка. Ара. Неплохо, неплохо, неплохо. Начало хорошее. Бугимен. Капитан Рогатка свален, ребята. Капитан Рогатка и свален. 15к, и мы получили всех тех же героев, которые у него есть. Блин, ну офигенные герои. Ах, поехали в рейд. Теми героями в рейд не страшно бегать. Смотрите, что они делают. Смотрите, что они творят. Поехали дальше. Поехали дальше, ребята. Поехали дальше. Профессор Рибит. Имка. Смерть. Рыцарь. Медуза. Рандомчик. Ну давай, давай уже. Тессочка. Давайте еще. Ну давайте еще. Ну блин, ну... Классные герои сначала упали нам. А дальше просто пошел полный трэш на русском сервере.
Капитан Дрейк, рыцарь тьмы. Ну, знаете, вроде как и падает, ну, блин. Я вот не знаю, вроде такой крутой аккаунт, как для бездона, вот реально. Трактор. Сейчас мы вжарим трактора, и нам по-любому что-то выпадет хорошее после трактора. Так, у меня там, я смотрю, немножко экран большой, ну ничего страшного. Вы видели трактор. А он трактор. Так, поехали. Это все весело. Но наша цель не изменилась. Нам надо Фоба. Нам надо Бог Грома. Просто вот взяли ручки, ножки, пятки, носики, ушки. Я не знаю, чем вы там можете жать, и прожали лайк, ребятушки. Это бездонатный аккаунт, и у него уже есть Фобос. Вот так он. Ну что, Дмитрий, поздравляю, надеюсь, ты будешь доволен. Я тебе соберу коллекционера намного раньше, чем ты думал. И мы не потратим тебе все самоцветы. Я надеюсь. Но это не точно. Так, окей. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Да мы уже собрали весь коллекционер. Я даже не знаю, что делать, ребят. Вот я не знаю, что делать. Что делать, что делать? Он сказал 100к. Тратим 100к. Ролим 100к, ребятушки. Поехали дальше. Нам нужен оккультист только. Сколько мы потратили? Мы нормально потратили уже, в принципе. У нас есть еще кого собрать. Землеройку неплохо было бы. 44 тысячи самоцветов. И мы фулово собрали коллекционера и все остальное. Ну, я вам скажу, это довольно-таки хороший результат. Но, блин. Надо еще. Надо еще. А вы еще жмете лайк. Мы идем дальше. Махатма душек. Пошла жара. Пошла жара. Чувствую. Я чувствую, где-то сейчас будет недостающий герой, ребят. Не знаю где, но где-то будет. Купидон, Медузка, Ведьма, Рыцарь, Суккуб, Шаман. Рандомчик, давай. Давай, 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 давай. Давай, пупсик. Королева Гарпи. Не, надо все-таки сходить. Надо сходить в рейд, ребят. Блин, а хорошо у него герои, кстати, шатают. Смотрите, что делает. Смотрите, что делает. Смотрите, что он там делает. Что-то он там делает. Ну, слил часть. В общем, Димка, ты будешь рад. Очень рад. Поехали. Нам бы землеройку еще вытащить. Землеройка, оккультист. Именно то, чего ему еще не хватает на этом бездонатном аккаунте. Ледяной феникс, нифига себе. Сноу. Я чувствую тебя. Я чувствую, где-то ты здесь, имбушка, есть. Сейчас будет имба, ребят. Кенди. Ну, конфетка, чё не имба? Чё нет? А чё нет? Давай, 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 сладенький. Паладинчик, ну куда мы без тебя, ну? Ты наш пупсик. Киска пришла. ПБшечка, ну ПБшечка. ПБшечка. Валентина Фея, укротитель, понеслась. Призрачный. РТшка. Короче, ребята, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Или так, или не так. Какая разница? Самое главное, что мы ему достали. Хоть и одного недостающего, зато какого героя. И при том, что это бездонатный аккаунт. Обалденный бездонатный аккаунт.
Бог Рома. Ну, спасибо и на этом, IGG. Так, окей, поехали, ребят. Поехали, поехали, заберем плюхи. Сейчас пооткрываем все. Правда, не все мы их забрали. Мы сейчас это исправим. Я сделаю вот так вот. В любом случае, ему надо расширять будет склад рано или поздно. Так, окей. Поехали. Восьмерка. Чик. Такое себе. Вангую сейчас будет ремка. И то нормально. Кстати, всем сегодня, кому вытащил, бравлеры падают. Не знаю, как так, но бравлеры плюс здесь изворот появился. Ну, я думаю, это тоже реально очень крутая тема для тебя, особенно учитывая то, что ремок не так уж и много на бездонатах. Думаю, это зайдет. Так, отлично. Ну, в принципе, вроде как бы все. Пишите комменты, ребят, ставьте лайки, смотрите видосики, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.